Срез на изделиях для животных. Нужен он или нет? И да, и нет, отвечу на этот вопрос. Он не нужен, если вы вяжете для маленьких собак с объемом груди до 50 сантиметров включительно. Более того, вы первую и последнюю петельку рукавчика будете провязывать вместе и дальше продолжать по кругу вязания. Эти собаки маленькие, у них маленький объем грудной клетки, поэтому и прибавки мы здесь делаем неравномерно. И подрезы не нужны. Что касается больших собак с объемом грудной клетки больше 50-60 и плюс, этот подрез нужен. Что такое подрез? Это дополнительные несколько петель под мышкой, которые вы набираете при соединении рукавов и объединении вязания в круг. Дальше, когда вы будете поднимать петли по рукава, у вас получатся здесь дополнительные петли. Для чего это нужно? Не для того, что вы просчитались в объеме груди, нет. Это нужно для того, чтобы собаке было удобно двигаться. И чтобы здесь ей ничего не терло и хорошо, удобно прилегало к телу. Вот, собственно говоря, и все.